Всем привет! Это очередное видео из серии микросервиса, и сегодня мы поговорим о рабочем месте пользователя. То есть в системе микросервисов, это, конечно, хорошо, есть много всяких сервисов, которые между собой общаются. А как же в этой концепции будет выглядеть место для пользователя? Как он будет работать? На самом деле, на первый взгляд, никаких противоречий нет. Открыл браузер, подключился, поработал. Но в дальнейшей работе начинаются некоторые проблемы. Чаще всего они связаны с тем, что у браузера нет прямого доступа к пользовательскому компьютеру, то есть к рабочему месту. Ни к файлам, ни к папкам. И, в общем, давайте тогда вот по порядочку немножечко пойдем. Итак, что у нас есть, какие факты? Микросервисы – это некоторое количество программ, обычно там сервисов каких-то, которые работают между собой по HTTP протоколу, оно обычно даже по HTTPS, то есть по секьюрному, по защищенному. Работают они по стандарту REST, передают пользовательству данные туда и обратно. И, в общем, обычно пользователь работает сервисами через браузер. Ну, в основном, да, то есть бывают такие моменты, когда, допустим, Windows-приложение написано для работы с микросервисами, оно тоже может отправлять запросы. Но в основном, чтобы сэкономить на разработке, опять же, зачем писать нового клиента, если есть браузер, который написал уже и давно используется другими разработчиками и службами и всем остальным. В общем, если есть клиент, зачем писать новый? И поэтому там 99,9 могу сказать от себя лично, что используется именно браузерный подход. В общем, какие в этом проблемы? Проблема в том, что, как я уже сказал ранее, браузер не имеет прямого доступа к пользовательскому компьютеру, и поэтому там распечатать, допустим, файлы, то есть возможность, да, дать пользователю сохранить print файл, да, в папке download, а потом пользователь должен открыть ручками и отправить этот файл на принтер. В общем, другой вариант, допустим, есть у вас Windows приложение, да, там DPF или WinForm, которое может генерировать Excel-ные файлы, да, или документы Word-овские. Для этого нужно использовать COM-объекты, вы прямую подключаетесь к SQL, генерируете нужный файл, тут же отправляете на печать. Это вот один вариант. С точки зрения браузерного подхода такая штука не работает. Итак, если мы немножечко поговорим про проблемы, ну, в общем-то, одна из них, да, печать из браузера. Есть разные варианты, то есть не нужно путать печать страницы браузера, да, когда вы нажимаете печать в самом браузере, и вы на принтер выводите страницу, которую вы видите сейчас на экране, которая отображена в браузере. И другой вариант печати, когда вы нажимаете сгенерировать какую-нибудь там накладную, и вот ее вам просто сервер отдает, вы ее сохраняете в папке Downloads обычно, и после этого открываете, отправляете на печать. Вот эти вот два образа печати путать, собственно говоря, не нужно. Да? То есть, потому что, когда вы имеете прямой доступ к принтеру, вы можете сразу отправить на печать в нужном вам количестве, не отвлекать пользователя и т.д. и т.п. Файлы и папки. Опять же, говоря про доступ к компьютеру, обычно используется какая-нибудь обработка каких-нибудь папок. Ну, в общем, если есть компьютер пользователя, нету доступа к нему из браузера, то в этом есть некоторые ограничения. Не сказать, что это совсем проблема, потому что на современном этапе развития вот этих вот всех технологий браузерных, то есть научились люди, программисты, так сказать, не использовать вот эти вот и обходить. Но, тем не менее, бывают разные задачи, разные заказчики, разные потребности. И вот, собственно говоря, папки и файлы на компьютере пользователя иногда нужно всколыхнуть. Собственно говоря, речь идет дальше и про COM-объекты, о которых я сказал. COM-объекты – это приложения, которые, ну, например, доступ к Excel или Word-овскому документу напрямую можно использовать COM-объекты, что, собственно говоря, нельзя сделать, опять же, из браузера. В общем, другими словами, любой прямой доступ к пользователю компьютера, то есть хост, на котором работает Workstation, если хотите, пользователь, он не имеет, ну, или сильно ограничен, или вообще не имеет никакого доступа, например, там, к каких-нибудь защищенных системах, банках, т.д. и т.п. Суть какая? Суть в том, что можно все это обойти, то есть люди, которые имеют разработчики, так или иначе, они уже решали такие проблемы. Я не первый, возможно, у вас уже тоже были возможные варианты какие-то есть для решения этой проблемы. Опять же, повторюсь, заказчики бывают разные, и в некоторых случаях очень трудно убедить бизнес, что вот это вот нерентабельно разрабатывать просто
как вариант, да, нагенерировать файлов в специальную папку по окончании рабочего дня или там, по мере возможности. Пользователь зашел в эту папку, выбрал все документы, нажал правой кнопкой печати. Даже открывать их не нужно, все напечатается. Но убедить бизнес иногда в этом очень сложно. Нужно, чтобы сразу печаталось, нужно, чтобы сразу выходило из принтера, чтобы результат работы, там, например, какого-нибудь девайса, например, там, сканера, да, в магазине, был уже, допустим, отпечатанный экземпляр какой-нибудь там чека, например, да. В общем, всякое разное бывает, и в этой сути вот следующее. Так или иначе, компьютерное место пользователя является такой сторонней частью, да, когда пользователь использует браузер, то есть некая стена между пользователем и микросервисом. Решение, которое я предлагаю, оно как бы основано, ну, давайте так, я начну так. Теоретически все это можно сделать очень просто, но фактически, ну, то есть это будет на самом деле некоторые сложности. Почему? Для того, чтобы микросервисная система могла работать полноценно, допустим, с компьютером пользователя, нужно этот компьютер пользователя, как вы понимаете, интегрировать в систему микросервисов. Что я предлагаю? Давайте взглянем вот на эту вот картинку. Она на самом деле очень простая. Ну, может быть, она немножко запутанная. Ну, давайте вот по порядку. Смотрите, я сейчас указку подключу, чтобы вам показывать. Смотрите, вот есть у нас какой-то вот компьютер, да, рядом с принтером, вот он нарисован белым цветом. Собственно говоря, есть у нас браузер, который может общаться с этим, который пользователь открывает. Есть у нас, допустим, вот DPF-приложение, у которого есть какое-то окно входа. И у нас есть система микросервисов. Давайте предложим, что где-то там вот наверху, в самом верху, то есть высоко над нами, есть какое-то облако микросервисов. Да, там локальная сеть или распределенная сеть какая-то, или глобальная сеть интернет, да, и там есть облачная система, ну и облачные микросервисы, и, в общем-то, вот этот вот authorization сервер, который работает по протоколу OAuth 2.0, уже существует в нашей системе, к нему доступ. Итак, мы можем через браузер обратиться к нему, получить токен. Мы можем из DPF-приложения открыть модальное окно, ввести логин, пароль, получить токен. Это все хорошо. Но так как у нас возникла проблема в том, что браузер тоже должен подключаться к системе. При отсутствии браузера вот этот вот вариант, когда компьютер и DPF-приложение работают идеально, DPF-приложение подключилось, никаких микросервисов не нужно, просто подключился и работает. Но тогда DPF выступает клиентом. Смотрите, у DPF тогда доступ к некоторым ограничениям на в рабочем месте пользователя все-таки существует. Например, если DPF запускается от имени пользователя, а допустим, принтеры доступны только из-под админа или еще каким-нибудь вариантом, да, то есть пользователю привязаны в доменной архитектуре, это в принципе возможности. Я предлагаю использовать Windows сервис, который строится следующим образом. Поднимается Web API. На базе, допустим, MVC 5, ну, можно даже вообще без MVC 5, просто WebAPI на .NET Core, ой, на OVNI протоколе, именно поднимается на .NET Framework. Почему? Драйвера обычных девайсов, ну, в большинстве случаев, да, там принтеров, например, или каких-нибудь сканеров, которые подключаются к компьютеру, они используют, ну, либо Windows, либо Linux, либо Unix, либо Macintosh. Там я имею в виду, что драйвера пишутся под конкретную платформу .NET и очень редко в последнее время .NET Core. Да? То есть еще она не такая развитая, поэтому в дальнейшем, если вы напишете Web API с использованием OVNI, то есть на MVC 5, так сказать, платформе, на платформе .NET, то в дальнейшем очень просто будет перейти на .NET Core, потому что там используется тот же самый принцип OVNI, то есть Microsoft-овская разработка. И, собственно говоря, .NET Core будет очень просто, там, буквально пару-тройку атрибутов изменить, и у вас появится уже .NET Core сервис. Зачем это нужно? Таким образом, получается, что пользователь из браузера сможет обращаться вот к local cast'у, так называемому, да, и делать реквесты на обыкновенный API, который доступен в том числе из приложения Windows Phone. Ну, ладно, Windows Phone я загнал, конечно. DPF, например, браузер, ну, или другие, да, платформы. То есть это будет обыкновенный хост, который может коннектиться. Он может выполнять REST-запросы.
Также вот этот Web API будет служить хостом, да, то есть платформой, на которой будет стоять Signal App. Как вы понимаете, это обратная связь с сервером. Она тоже теоретически очень важна, особенно в некоторых моментах, например, уведомления или еще что-нибудь. Например, допустим, у вас есть какой-нибудь вот там вот, вот где-то повыше, да, вот с той стороны сервис уведомления, есть какой-нибудь RabbitMQ, и вы обмениваете сообщения между сервисами, но как только пользователь закрыл браузер, никаких он уведомлений не увидит, правильно? Да, правильно. С этой точки зрения и существует вот этот вот SignalR сервис, который может принимать сообщения от RabbitMQ и в том числе выстреливать их на UI и, или выстреливать их на, допустим, модальное приложение там, DPF или выпадашка какая-нибудь, или в Tray, да, или, я не знаю, или мыло там отправлять, не знаю, пользу. То есть Web API работает еще как приемник для нотификации от RabbitMQ. А SignalR позволяет эти нотификации прокидывать браузер. Опять же, SignalR клиент и SignalR сервер – это разные вещи. Надо понимать, что SignalR клиент всегда должен к чему-то подключиться. Если вы закрываете браузер, то у вас клиент умирает и закрывается, и вы его больше не видите. Он активен только в момент открытия окна. Таким образом, получается, что SignalR поднимается на процессе веб-хоста Web API 2 и работает это как сервис. Опять же скажу, что это может работать на админских правах, то есть имеется полный доступ там, ну, я утрирую, да, там local сервис или интернет-сервис, не знаю, клиент. В общем, все это работает как часть системы, включается между с компьютером, выключается вместе с компьютером, перелогинивается пользователь, получает доступ. А у нас, например, DPF-приложение является такой некой настройкой, да, то есть каким-то таким входным окошечком, да, вот этих сервисов. Здесь может быть настройки этих сервисов, да, настройки сервисов микросервисной архитектуры, когда идет обмен непосредственно с микросервисами, ну, так, допустим, конфигурация в концепции вот этих микросервисов, там, каких-нибудь прикладных программ. В общем, вот в этом трее можно совместить, на самом деле, большое количество очень полезных вещей. Как то доступ нативный к драйверам системы, там, принтеры, сканеры, еще какие-то девайсы, да, так и, например, система нотификации, если она болтается в трее, может получать уведомления. Ну и, собственно говоря, конфигурационная штука, да, когда пользователь, не открывая браузера, не открывая какую-то страницу профиля, допустим, есть 5 сервисов, и на каждом сервисе свои настройки, вот чтобы не лезть в каждый из них и не настраивать, можно сделать настройки здесь вот в WPF-приложении, сделать какие-то закладки по сервисам, и в одном месте настроить все, собственно говоря, очень просто и легко. А при открытии браузера автоматически браузер свяжется, допустим, с настройками клиента, которые могут храниться секьюрно, как безопасно, и, собственно говоря, обновить. То есть такого понятия, как браузер, отсоединенный от системы пользователя, он и выпадает, и из этой цепочки появляется полноценная система, которая называется Windows Service, которая становится частью вот этой микросервисной архитектуры. В общем-то, на этом, наверное, я буду заканчивать. А если есть вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии, готов обсудить, подсказать, научить, посоветоваться. В общем, скажите, что вы думаете по этому поводу.